На британском пляже Камбер-Санс спасатели разыскивают пропавшего пловца. Ранее здесь же они вытащили на берег 5 безжизненных тел мужчин. Сначала спасатели обнаружили 3, но помочь им не удалось. Все погибли. Позже из воды достали еще 2. Предполагается, что мужчины могли погибнуть от укусов медуз. В водах Ла-Манша распространены медузы-корнероты. Оказывается, в год они убивают не меньше, чем акулы, осы или тарантулы. Места скопления они считают своей территорией, поэтому любого пловца или ныряльщика жалят щупальцами. Хоть в стране в последние дни стоит немыслимая жара, британские полицейские спасатели просят отдыхающих воздержаться от купаний.